Аналогов цифровой преобразователь, аналог to digital конвертер, устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код, цифровой сигнал. Как правило, АЦП – электронное устройство, преобразующее напряжение в двоичный цифровой код. Разрешение АЦП – это минимальное изменение величины аналогового сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП. Обычно измеряется в вольтах, поскольку для большинства АЦП входным сигналом является электрическое напряжение. Слот единичного измерения без учета шумов разрешения напрямую зависит от разрядности АЦП. Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе. Измеряется в битах. Например, АЦП, способный выдать 256 дискретных значений от 0 до 255, имеет разрядность 8 бит, поскольку 2 в 8 степени равняется 256. Аналоговый сигнал является непрерывным функцией времени. В АЦП он преобразуется в последовательность цифровых значений. Следовательно, необходимо определить частоту выборки цифровых значений из аналогового сигнала. Частота, с которой производят цифровые значения, получила название частота дискретизации АЦП. Коммерческие АЦП, как правило, выпускаются в виде микросхем. Для большинства АЦП разрядность составляет от 6 до 24 бит, частота дискретизации до 1 МГц. Мега- и гигагерцовые АЦП также доступны. Мегагерцовые АЦП требуются в цифровых видеокамерах, устройствах видеозахвата и цифровых телевизорах для оцифровки полного видеосигнала. Один из факторов, увеличивающих стоимость микросхем, это количество выводов, поскольку они вынуждают делать корпус микросхемы больше, и каждый вывод должен быть присоединен к кристаллу. Для уменьшения количества выводов частота АЦП, работающая на низких частотах дискретизации, имеет последовательный интерфейс. Применение АЦП с последовательным интерфейсом зачастую позволяет увеличить плотность монтажа и создать плату с меньшей площадью. Часто микросхема АЦП имеет несколько аналоговых входов, подключенных внутри микросхемы к единственному АЦП через аналоговый мультиплекс. Различные модели АЦП могут включать в себя устройства выборки хранения, инструментальные усилители или высоковольтный дифференциальный вход и другие подобные цепи. Аналоги цифрового преобразования требуются везде, где требуется обрабатывать, хранить или передавать сигнал в цифровой форме. Это быстрый видео АЦП используется, например, в TV-тюнерах. Медленные встроенные 8, 10, 12 или 16-битные АЦП часто входят в состав микроконтроллеров. Очень быстрые АЦП необходимы в цифровых осциллографах. Современные VCs используют АЦП с разрядностью до 24 бит, преобразующий сигнал непосредственно от тензиометрического датчика. АЦП входит в состав радиомодемов и других устройств радиопередачи данных. Также сверхбыстрый АЦП используется в антеннах системах базовых станций, так называемых смарт-антеннах и в антеннах расчетках РЛС. Наиболее подробно в ассортименте нашей компании представлены аналогоцифровые преобразователи производства компании Analog Device. Техническую информацию вы всегда сможете найти на нашем сайте или в каталоге.